И в синий угол клетки приглашается Денис Сафуанов, Пермь. Участников этого поединка и первым бойцом, который выйдет на центр из синего угла. Ему 25. Его официальный вес 67,75 кг. При росте 178 см. Сегодня боец представляет нам свой профессиональный дебют. Он чемпион Перми по ММА и панкратиону. Двукратный чемпион Екатеринбурга по ММА. Победитель боя на первом турнире Урал FC, представляющий ММА-центр город Пермь, Денис Сафуанов! И его соперник, он напротив, выйдет на поединок из красного угла. Ему 19. Его официальный вес 65,9 кг, при росте 178 см. Его профессиональный рекорд – одна уверенная победа. Он – кандидат в мастера спорта по универсальному бою, победитель Приволжского федерального округа, чемпион всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою, чемпион Самарской области по ММА и рукопашному бою. Вот он, Владимир Шельдаков! Рефери поединка Манап Кабдеев. Ребята,
Для награждения победителя на арену приглашается. Заместитель генерального директора Тольятти «Азот» Ирина Филатова. И первая российская чемпионка Европы по ММА, боец UFC. Уважаемая публика, в этом поединке рефери боя Манап Кабдиев останавливает противостояние на 49-й секунде первого раунда. Нокаутом победу одержал Владимир Шельбиков! Тольятти!